Пришлось вспоминать, как это греть воду. Рассказывают нам сверчане. Больше месяца они живут без нормального душа, а чтобы вымыть посуду, включают чайник. Ну, спокойно. Ну, это же, ну как, ну, всякое же в жизни бывает. Ну, так, терпим, а что сделаешь? Терпим. Потому что лето, жара, песок. Хочется домой прийти, детей покупать, помыть и уже чистыми покормить, положить спать. С 15 июня ресурсоснабжающая организация отключила горячую воду. У котельной просто не оказалось древесных отходов, на которых она работает. Дело в том, что предприятие-поставщик в июне в одностороннем порядке приняло решение о прекращении отгрузок, хотя с его стороны были подписаны гарантийные обязательства. Прокуратура уже инициировала проверку по этому факту. Установлено, что ресурсоснабжающая организация в связи с отсутствием древесного топлива прекратила подачу горячей воды и населению и организациям города Свирска. Вопреки требованиям закона местной администрации не принято своевременно мер по обеспечению населения и организации муниципального образования услугами горячего водоснабжения из-за неисполнения своих обязательств ресурсоснабжающей организации. Глава города Владимир Арноев рассказывает, все это время власти искали альтернативные источники топлива для котельной в Черемховском районе, Усолье-Сибирском, Ангарске. Но цена за древесные отходы просто неподъемная для города. 650 рублей за куб. Это почти в 5 раз больше того, что они платили за тот же объем в мае. Тогда куб им обходился около 120 рублей. Мы объехали все ближайшие лесоперерабатывающие предприятия, начиная от Куйтунских леспромхозов, Зиминских леспромхозов, Черемховского района, Боханского района, город Усолье, у нас два лесоперерабатчика были. К сожалению, в ближайшем радиусе 200 километров пилок или там иного топлива, которое по себестоимости вписывалось бы в нашу экономику, у нас нет. На прошлой неделе в региональном парламенте прошло экстренное совещание. На нем удалось оперативно решить вопрос с дальнейшей поставкой древесных отходов для бесперебойной работы котельной. В среду в Свирск приедут депутаты областного парламента, чтобы уже на месте решить все вопросы. Поставки топлива планируют возобновить в ближайшие дни. Ирина Белогреева, Виктор Рамзайкин и Юрий Рябчиков. Новости сейчас.